Два человека пострадали в результате аварии сегодня днем на проспекте Победы. «Лада» 14-й модели после касательного столкновения с «Маздой» вылетела с дороги и на полном ходу врезалась в столб, снеся перед этим часть дорожного ограждения. Нафиса Минязова была на месте происшествия. Я просто не мог, ехал, поставился. Мужчина, проезжая мимо, остановился, чтобы узнать, не нужна ли помощь людям, попавшим в аварию. Говорит, как именно все произошло, сам он не видел, но поинтересовался у автоинспекторов. Со слов инспектора просто кто-то поворачивал, кто-то летел. Произошедший в социальных сетях попытался объяснить 22-летний водитель отечественного автомобиля. Он рассказал, что автоледи на иномарке вдруг неожиданно стало поворачивать направо из среднего ряда. Ехал по юшке в правом ряду. Женщина на МАЗе со второго ряда слева хотела повернуть направо. На второстепенную дорогу не успела. Автомобили столкнулись, но не очень сильно. От удара водитель «Лады» потерял управление и машину отбросило вправо, прямо на столб. Удар был сильным. У «Лады» практически полностью смята передняя часть. Самостоятельно место происшествия покинуть машина уже не сможет. Иномарки же досталось немного меньше. Водители и пассажиры отечественного автомобиля госпитализировали приехавшие на место медики. Они сильно что-то пострадали? Нет, там ушибы просто маленькие, что-то я не знаю. Сейчас кто прав, а кто виноват, предстоит выяснить сотрудникам автоинспекции. Нафиса Минязова, Адель Мулахметов, вызов 112.